Неисправность двигателя сейчас... У Китая длинные руки. В СМИ появилась информация о том, что КНР в конце июля этого года провела испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты «Дунфэн-41». Пробный пуск прошел с полигона Учжай, что в центральной провинции Шаньси. Боевые блоки ракеты успешно поразили две цели в пустыне на западе страны. По неподтвержденной информации, новый комплекс «Дунфэн-41» – аналог российской мобильной системы «Тополь». С той разницей, что китайская ракета крупнее и несет сразу 10 ядерных боезарядов. При этом дальность полета баллистической ракеты более 10 тысяч километров. Это означает, что Китай сможет поражать любые цели на территории США и России. Ранее у Поднебесной такого дальнобойного оружия не было. Эпицентр информации о событиях в странах СНГ на мультимедийном портале мир24.тв. Программа «Союзники» выходит в эфир по понедельникам в 19:40. Не опаздывайте.